Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский и очередная распаковочка посылочки на моем канале. Данная посылочка опять принадлежит моей сеструхе, и шла она достаточно-таки долго, около 40 дней с Алиэкспресса. Внутри у нас находятся часы, застрахованы на, как видим, 0 долларов, ничего такого не отмечено, таймер. И давайте распакуем да посмотрим. Все-таки женское барахло на Алиэкспрессе, оно пользуется дикой популярностью. Не знаю, почему люди так любят оттуда всякое заказывать. Ну и у нас барыги вот это вот всякое перепродают в 10 раз дороже спокойно. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Вот так запаковано. Неплохо. Внутри больше ничего нет. Стоимость около 200 рублей была, да? Около 300. Около 300? Ну да ладно. Вот такой браслет видим. Такие часы. Давайте достанем все это дело. То есть здесь даже родная упаковка, она не заклеена на клей. Здесь можно его снять и заклеить, и идти продавать. Если вы вдруг делаете бизнес с Китаем, такой огромный ремень. Он обворачивается вокруг руки. Ужас какой. Фу, попахивает этими самыми, как ремни кожаные китайские есть. Идут? Да, часики идут. Вот так вот выглядят. Здесь у нас как будто бы металл так отполирован. Как будто бы из одного бруска, и текстуру стали видно. На самом деле вроде бы металл. Да. Здесь у нас имеется одна регулировочная штучка. Да, время вот регулируется. Все отлично. Ну и что сказать. Made in China, все дела. Ну, не знаю, надень, покажи, как это выглядит. В общем, ремешок оказался на сеструху большим, поэтому часы на ней немного болтаются. Ну вот, показывай. Что ты показываешь? Вот так вот это дело выглядит. Как-то они там продеваются всяко разно. Они перекручиваться должны. И вот такие дела. Ну и все тому подобное. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Роботов на обзор присылайте сюда. Всем удачи, всем пока.